Лиза Машкина в этом году закончит 9 классов. С будущей профессией уже определилась. Я собираюсь поступать сюда на переработку хозяйственной продукции. Нравится сам университет, сами специальности интересные. Мне интересно это. Только в этом году в Курской области создано порядка 7 тысяч рабочих мест в сфере АПК, причем высокотехнологичных. Самый ценный ресурс, самое большое богатство – это люди. И за эти 70 лет из стен Академии вышло более 50 тысяч выпускников. Это руководители предприятий отрасли, это руководители органов исполнительной и законодательной власти. Среди наших выпускников – главы муниципальных районов, первый заместитель губернатора Курской области. На сегодня достаточно высокие требования к специалистам по данному направлению. Поэтому это не просто агрономы, это не просто инженеры, это специалисты, которые выходят отсюда с очень высокими компетенциями по своему профильному направлению. За 70 лет существования Академии накоплен огромный опыт. ВУЗ не зря считается одним из лучших в стране. Для студентов здесь есть все возможности роста. Солидный профессорско-преподавательский состав, лаборатории, кампус, оранжерея, сад, базовые кафедры на ведущих предприятиях. У студентов есть возможность выезжать в хозяйство области и учиться у практиков. Меня здесь привлекают, во-первых, люди, очень хорошее отношение к новоприбывшим, да и, я думаю, ко всем в данном вузе. Также рейтинг этого вуза, он достаточно впечатляет, в общем, любых школьников. Вот. В целом все довольно-таки облагорожено, приятно здесь находиться. Лучшие выпускники Академии должны приносить пользу своему региону, уверена Екатерина Харченко. Таков приоритет. Анастасия Умеренкова, студентка первого курса зооинженерного факультета, например, планирует после окончания учебы вернуться в родное Золотухино. В первую очередь, обучаясь на этом факультете, я хочу помогать животным, выращивая их. Конечно же, заниматься разведением. Для того, чтобы сельское хозяйство не стояло на одном месте, а продвигалось в будущем с выявлением новых пород, а также с поддержанием уже имеющихся. Сфера АПК сегодня одна из самых устойчивых отраслей российской экономики. Диплом Курской сельхозакадемии дает возможность реализовать себя как квалифицированного специалиста и сделать успешную карьеру. Анастасия Бабир, Алексей Еременко. События дня.